Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Денечка, что надо сказать? Привет! И вы на каком канале? Мобилку. И сегодня что мы делаем? Снимаем. Очередное развивающее видео, да? Сегодня у нас занятие по изучению цветов, и мы сделали заранее цветные карточки. Вот у нас на столе часть лежит, вот такие вот карточки. Все очень просто, мы пошли в магазин канцелярских товаров, купили цветную бумагу, взяли картинки из интернета и распечатали просто цветную бумагу на принтере, и потом все это вырезали. Игра у нас будет интересная. К нам сегодня в гости кто пришел? Кто к нам в гости пришел? Киса. Как, разве это Кеша? Кеша. Не, этот не Кеша. Кто это? Тучка. Тучка. А тут Кеша. А там Кеша, да. Мы сегодня Тучке будем дарить подарки. У тебя подарки перед глазами. Какие у нас с тобой есть цвета? Давай проверим сначала твои знания. Какие ты цвета перед собой видишь? Это какой цвет? Розовый. Еще какие есть цвета? Желтый. Еще? Голубой. И еще какой? Зеленый. Зеленый. И еще заодно мы закрепим некоторые предметы. Какие у тебя перед тобой предметы есть, Денюш? Денюш, какие предметы есть перед тобой? Карточки. Так, карточки. На этой карточке что нарисовано? Машинки. Машинки. Вот на такой карточке что нарисовано? Вот это кнопки. Так, вот на этой карточке что нарисовано, смотри. Листочек. А вот на этой карточке что нарисовано? Нет, вот на этой. Бабочка? Бабочка. Значит, листочек, машинка, божья коровка, бабочка. У нас изображены. Денечка. Так вот, тебе Тучка в гости пришел. Это у нас такая небольшая сказочка. Какой хороший у нас Мишка, да? Добрый. Давай погладим Мишку, день. Ну, хорошо, поцелуй. А погладить? Погладь Тучку. О! Хороший это, Миша, это, да? Это. Давай подарим Тучке подарки. Подари ему розовую машинку, день. Подари. Нет. Хорошо, что ты ему хочешь подарить? Карточку. Нет, Денечка, надо подарить те карточки, которые мы вырезали из того, что на столе. Что ты хочешь подарить Тучке? Так, чего ты ему даришь? Называй это. Какого цвета? Каких ты ему божьих коров подарил, день? Нет. Какого цвета? Розовое и... Зеленое. А давай подарим желтый листочек, день? Нет. Хорошо, что мы ему подарим? Ничего. Ну давай еще один подарочек какой-нибудь сделаем, день. А то Тучка расстроится. Желтый листочек. Хорошо. И давай нам... Давай подарим ему голубую машинку. Нет. У нас он хороший-хороший. Давай, где у нас голубая машинка? Найди. Нету. Как нету? Ты уверен, что нет голубой машинки? Давай подарим Тучке голубую машинку. Ой, Тучка как радость. Ты ему сколько машинок голубых даришь? Сколько? Две. Две, правильно. Видите, друзья, мы еще и счет тренируем. И давай, может быть, еще бабочку какого-нибудь цвета ему подарим. Давай. Никакую. Давай желтую бабочку ему подарим. Где она у тебя? Вот она. Ой, Тучка будет очень рад. Спасибо тебе, дорогой Дениска. Я тебе очень благодарен. Ну, остальное пока осталось у тебя. Вот такая игра. На самом деле, игр с такими карточками намного больше. Мы показали вам одну из первых игр, с помощью которой можно закреплять цвета, некоторые предметы. Есть одна. И быть очень вежливым. Ну, а с вами был канал Baby Go. Ставьте нам пальчики вверх. И как пальчики вверх? Подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. Ну а мы с вами надолго прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И Тучка прощается, и Диня, и поцелуй, конечно. Идите, поцелуйте друзей наших. Давай. Скушай лапа. Целуй. Оп.